Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарство. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видел ее в толпе. Куда она направилась? К Анастасиусу узнать насчет переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выбора нет. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия, бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В ее годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу ее. Где живет Анастасиус? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. Все болит. Αδύνατον! Μεγαλώνει με θεά! Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
Вроде я на месте. Боги, что здесь произошло? Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Деймос, похоже, сдержала слово. Это резня. Предупреждение.
Пеба! Нет! Эй, нет! Пеба! Земля. Мать всего. Выслушай. А не Азо. Алексиос, все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия? Алексиос! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой, согласен. Ah!
Вот ты где, Алексиус. Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Фебу убили. Культисты. Я не смог помешать. О, нет. Милая Феба. Она умерла в одиночестве. Нет. Ты нашел ее. Ты был рядом. Я знаю, как много она значила для тебя. Они будут наказаны. Сражайся. Ради нее. Аспасия, ты здесь? Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на вилле. На горе все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл... Но! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Отнимай моих. Перикл! Не смей мне мешать. Потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить. Иначе он погиб зря. Ладно. Нужно торопиться. За мной, мало ли что. Он приказал никого не выпускать и привести к нему Аспасию. Я не пойду. Прочь! Держи их! Yeah!
Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Алексиус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. Аспасию ты защитишь сам. А нам оставь Афины. Город захвачен. Афины, которые вы знали, мертвы. В этом-то и дело. Мы начнем сначала. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексиус. Я рассчитываю вновь увидеть вас, живых. Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия, насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Я старался защитить людей как мог. Никто не сомневается, Алексиус. Мы не разгадали намерений культа. Они дождались нужного момента и нанесли удар. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышал, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу, найдем Феникс. Видишь вон тот вулкан? Еще вы не видите. Говорят, что на его дне вход в подземный мир. Чтобы войти в него, нужно нырнуть. Именно так. Один храбрый аркадец решил так же. И что с ним случилось? Он не успел даже спуститься. Жар вулкана обратил его в пепел. Не все тайны стоит пытаться разгадать.
Опасное место. Сейчас! Ты погибнешь!
поищу укрытие. Я отправлюсь за Деймос Ваид и возьму с собой своих людей. Thank you.
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Лишь бы не заметили.
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Если меня тут заметят, будет плохо. Собачья смерть.
Huh.